Станислав Владиславович Ткаченко родился 23 ноября 1986 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, российский актер театра и кино. В 2004 году окончил школу номер 547. В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, мастерская Детятовского. С 2007 года актер малого драматического театра. Среди его работ «Ординарец», «Жизнь и судьба», «Звездный мальчик», где он сыграл «Звездного мальчика», «Принц Клаус», «Снежная королева Билл», «Повелитель мух» и многие другие известные. В кино дебютировал в 2005 году с эпизода в фильме «Гарпастун». Снялся в картинах «Бездна», «Хмуро», «Счастливая жизнь». Рост Станислава составляет 184 сантиметра. На сегодняшний день мужчина женат. Супруга актриса Анастасия Семашова родилась 14 сентября 1993 года, выпускница театра имени Щепкина.